Наливаю подсолнечного масла на сковороду. Когда немножко разогрелось, укладываю кролятину. Даю немножко обжариться с одной стороны и потом переворачиваю на другую сторону. Когда мясо все побелело, и вот здесь водичка. Посмотрите, вы видите, какой, сколько воды вышло. Включаем огонь и перекладываю всего кролика в другую посуду. Вот эту воду, что осталось от кролика, вылить нужно, помыть сковороду и потом уже жарить его, тушить до готовности. Сейчас в помытую сковороду наливаем оливкового масла, разогреваем немножко, даю 2-3 зубка чеснока, ставлю немножко розмарин и сальвию обязательно. Добавляю вина белого или розового, где-то стакан. Делаю огонь очень большим, чтобы все вино испарилось. Когда вино испарилось, уменьшаю огонь, добавляю воды немножко. Вот пока я доливаю вот такой стакан. Накрываю крышкой и оставляю тушиться. Где-то час и 20 минут тушится. До готовности. Как у кого. Когда почти готово, добавляю кусочек масла. Перемешиваю и еще даю потушиться минут 10 с маслом. 5-10.